Филька рассказал про портативный Xbox, мощный конкурент Steam Deck а за 500 баксов и Nintendo продолжает блокировать всех подряд. Аю, с вами Трэнди и это еженедельные новости каждое воскресенье в 11.00 по Москве у меня на канале. Я не знаю, давайте немножечко лайков накидаем, на канал подпишемся и перейдем сразу к делу, чтобы не затягивать так как от Sony на этой неделе я что-то особо ничего интересного не нашел, давайте расскажу вам лучше про GTA 6. Катаку сообщает, что руководство Rockstar Games опасается, что релиз GTA 6 придется отложить. На текущий момент они планируют выпускать игру весной 2025 года, но не исключаю тот момент, что придется переносить на конец 2025 года или уже даже к весне 2026. А все дело в том, что всех работников отправили на удаленку, типа чилите дома, немножечко там что-то ковыряйтесь в коде, и вот таким образом мы должны выпустить игру. Но когда Rockstar смекнули, что что-то как-то не успевается, они решили вернуть всех обратно в офис на работу, потому что там работается продуктивнее. Но работники решили устроить бунт и сказали то, что их дико ущемляют, возвращая на работу в офис. Вот бы они это сказали при тех, кто каждый день встает в 6 утра и идет на завод. Но в оправдание сотрудники заявляют, что их изначально нанимали на удаленную работу а не в офис. И тут, конечно, возникает вопрос, как именно был составлен договор прием на работу. Если там прописано, что вы нанимаетесь на удаленную работу, тогда да, вопросиков нет, пусть чили дома. А вот если там ничего такого не сказано, или даже сказано то, что Rockstar может в любой момент их вызвать в офис, то непонятно, что они залупаются. Насколько мне известно, после диких скандалов, связанных с разработкой RDR2, там Rockstar сейчас устроили малину для работников, что они реально по сравнению с с теми предыдущими условиями сейчас просто сидят и чилят. Ну, понятное дело, что игру-то тоже разрабатывают и не отлынивают, наверное, но уже таких кранчей, как раньше, нету. И вернуться в офис, чтобы по 8 часов в день усиленно работать над игрой, мне кажется, это не такое уж и сильное угнетение. Надеюсь, у Rockstar все-таки получится договориться с разработчиками, и мы все-таки увидим игру в начале 2025 года. А вот от Microsoft прилетают по-настоящему интересные новости, потому что там Филька Спенсер порассуждал насчет создания портативного Xbox, а, и даже в какой-то мере сообщил, что в принципе Microsoft задумывается на эту тему. В итоге он поделился своими мыслями, как такая консоль могла бы выглядеть и функционировать. Насмотревшись на Asrock Eli Lenovo Legion Go, Steam Deck, Спенсер думает, как сделать эти устройства более Xbox подобными. И еще интересный факт, он обладатель именно Lenovo Legion Go, и он бы хотел, чтобы на нем приложить Xbox работало в полноэкранном режиме, но в компактном форм-факторе, чтобы это обеспечивало аналогичный опыт консоли Xbox. И собственно команда Xbox рассматривает различные формы аппаратного обеспечения, которые могли бы привлечь новых геймеров и позволить играть в ситуациях, когда это ранее было невозможно. И он рассказал о двух подходах, которые они рассматривают. Первое это аппаратный и второй это программный. С аппаратным вариантом они пока что не спешат, насколько я понял, хотя слухи об этом ходят, что к следующему поколению они уже выпустят реально какую-то консольку а вот программные варианты не активно прорабатывают чтобы геймеры которые выбирают какие-то другие бренды кроме xbox могли получить ощущение этого самого xbox а на портативных устройствах то есть я так понимаю у них там максимальная неорганизованность одновременно windows отделение думает как сделать портативный этот windows чтобы можно было пользоваться на этих портативных устройствах и отдельно команда xbox думает как сделать приложение xbox а так чтобы им тоже было комфортно пользоваться. И в итоге у вас будет съедаться еще больше оперативы из-за того, что все это будет друг на друга наваливаться. И еще сверху там какие-нибудь Asus, новые MSI и тому подобные накидывают свои утилиты. И получается комбо-вомбо, когда у тебя диспетчер задач выглядит просто как сплошное засилие утилит, которые все жрут оперативку. Как по мне, это все куром на смех. Мне кажется, вот когда ты типа включаешь свой ПК, у тебя должно быть две вкладки. Типа войти как обычный пользователь и войти как портативный пользователь. И вот когда ты входишь как портативный пользователь, у тебя вырубается вообще все нафиг, кроме игровых функций. Вот тогда будет нормально. Теперь новость из разряда сверх новых технологий. Не знаю, все ли слышали, что Илон Маск вживил чип парализованному чуваку в мозг, и тот с помощью этого чипа силой мысли научился управлять компьютером. И изначально как бы у него все продвигалось не очень быстро, и в основном он играл только в шахматы с отцом. Но постепенно, постепенно, постепенно его возможности увеличивались и увеличивались. Потом он начал играть в цивилизацию шестую, но там ему пока что сложновато. Но помимо этого он практически полноценно научился еще и играть в Марио карты, и теперь ему очень весело. И я не преувеличиваю, Ноланс рассказал, что чип позволяет ему чувствовать себя обычным, не парализованным человеком. По его словам, с помощью Нейролинк он может выполнять различные задачи на компьютере, причем с каждым днем это получается делать все быстрее и эффективнее. И этот Нейролинк по-настоящему изменил его жизнь к лучшему. А то, что он во всякие поигрульки, типа шахмат, Марио Карта или Цивилизации 6 играет, просто намного нагляднее показывает, как работает эта технология. Потому что то, что он там статьи какие-то будет печатать на компьютере или, что, или еще что-то, это не так захватывающе, как чувак, который гоняет с помощью силы мысли в Марио Карт. Ну и я так понимаю, что у него с каждым днем взаимодействие с компьютером получается все лучше и лучше. Посмотрим через годик, может два, к чему это приведет. Может быть он уже полноценно сможет функционировать с помощью каких-то систем, управляемых компьютером. Просто силой мысли будет все двигать. И все. Классно же, классно. Что еще у нас классного происходит в мире? Ну, энтузиасты продолжают развивать FSR 3 на Steam Deck. Е. И как бы результаты впечатляют. Для Steam Deck а это, конечно, работает, но в интернетах я нашел тесты только на других системах, там на слабых видеокартах, на Lenovo Legion Go и так далее и тому подобное. Так вот, если на FSR 2.2 у вас типа там 50 кадров в каком-нибудь Horizon, то с генерацией кадров там у вас уже стабильные 80, 90, 100 кадров, где-то так. Иногда все равно... Есть какие-то артефакты, какие-то смазывания и тому подобное. Но, блин, как же все-таки энтузиасты дорабатывают эту систему. Прям диву даешься. Если еще месяца два назад это было, ну супер сомнительно, да, но я вам рассказывал, что такая технология есть и она крайне перспективная. Теперь вот прям с натяжкой, прям с сильной натяжкой этим можно пользоваться. Да, это будет не так комфортно, как с FSR 2, но зато кадров у вас будет намного больше. Правда проблема в том, что если 10 кадров вам эта система 30 не сделает, но типа из 30-45 там сделать вполне себе может, и там будет минимальное количество артефактов, в принципе, уже не такая грандиозная задержка, и так далее и тому подобное. Короче, если игра поддерживает хоть какой-нибудь апскейлер, типа DLSS, fsr2, fsr3 или вот этот Intelовский апскейлер, то без проблем можно накатить мод и играть в fsr3 из генерации кадров. Я думаю, что подождем еще месяц. 2, и этим прям без натяжки можно будет пользоваться. Реально, прям полноценно. Но в любом случае, вы можете написать свое мнение в комментариях, что вы по этому поводу думаете. А вот кто у нас реально не любит энтузиастов, так это Nintendo. Они заблокировали разработчиков эмулятора Suyu. GitLab заблокировала аккаунт разработчика эмулятора Nintendo Switch Suyu и удалила страницу проекта в ответ на поступившую жалобу правообладателя. Конкретно от кого поступил запрос представители GitLab не сообщают, но есть вероятность, что это разработчик Yuzu подал жалобу, потому что это типа его разработка, а Nintendo запретили ему вообще хоть в каком-то виде распространять код своего Yuzu, Yuzu, и соответственно он подал жалобу, ну либо он вообще отдал все права на юзу Нинтендо, и соответственно Nintendo уже сами подали жалобу. Тут мы, конечно, с вами не можем разобраться, но как несложно сложно сделать вывод, что скорее всего все эмуляторы на исходном коде популярного эмулятора юзу в итоге рано или поздно будут заблокированы. И тут, как бы, есть два варианта: либо разрабатывать свой эмулятор с нуля, либо брать код вот второго эмулятора забыл, как он называется, и типа от него уже плясать, ну, либо уходить с официальных площадок, типа GitHub, а, GitLab а и так далее и тому подобное. Хотя, насколько мне известно, разработчики Сую там привнесли много всяких интересных нововведений, настолько классных, что ты, типа, даже во время игры можешь сворачивать игру и попадать в меню Nintendo Switch. То есть они полноценно в эмулятор засунули менюшку Nintendo Switch, чтобы ты проще мог переключаться между играми. Это интересный подход, не знаю, зачем это надо, но тем не менее, было да сплыло. Сами же Nintendo в это время выпускают обновление для Nintendo Switch, и вот тут у нас реальные инновации. Добавлена новая опция перехода в режим сна после 15 минут в режиме док-станции. Вы представляете на седьмой год жизни консоли, когда ты вставляешь консоль в док-станцию, не пользуешься ей 15 минут, она уходит в сон. Вот это, да, не может быть. Ну и, конечно же, без улучшения стабильности мы с вами не остались. Ну а владельцы прошитых консолей на несколько дней просто лишаются онлайна, да и все, собственно говоря, к воскресенью, когда выходят новости, я думаю, что уже и все обновления тоже подъехали, так что сильно переживать по этому поводу не стоит. Все как обычно, ничего нового, хотя люди уже сколько лет просят добавить темы на Nintendo Switch, но нет, Nintendo так не умеет. А вот кто магет умеет практикует, это Свен Винки. Он немножечко проболтался про продажи Baldur's Gate 3. Он сказал, что они почти в два раза выше, чем у Divinity Original Sin 2. И несложными математическими подсчетами люди из интернета выяснили, что это примерно 15 миллионов копий. Потому что в свое время Лариан рассказывала, что точные продажи Original Sin 2 в 2023 году были в три раза лучше, чем у первой части. И также мы точно знаем, что оригинальная Original Sin 2 разошлась тиражом 2,5 миллиона копий. И в итоге несложными подсчетами, типа 2,5 на 3 это 7,5, ну а 7,5 на 2 это 15 миллионов. Короче, понятная математика. Но знаете в чем самый интересный факт, который я узнал совсем недавно? Что до второй главы дошли только 39% игроков. Что-то такое было. А сколько там дошло до самого конца вообще не ясно. То есть у игры примерно такой же показатель, как у эксклюзива в sony я реально недавно году ragnarok прошел до конца и выяснилось что там до конца игры дошло ну какое-то прям смехотворное количество человек ну вот прям последнего босса победила ну конечно же тут причины почему конкретные эти две игры не проходятся до конца разные просто куда ragnarok ну дятина дико а балдурский 3 сложное невероятно и так неподготовленному человеку который залетел чисто на хайпе в игру ну сложно разобраться как там дойти до главы. Я уверен, что хотя бы треть этих продаж совершена чисто за счет хайпа. Вот вы напишите в комментариях, вы купили игру на хайпе или просто вам вот такое нравится и прошли ли вы дальше первой главы или остановились где-то в начале. Очень интересно почитать. Ну и раз уж заговорили о хайпе, давайте поговорим о том, во что мало кто верил. Ну, по крайней мере, я в этом крайне сомневался. Нам Microsoft в свое время обещали, что Call of Duty будет прям везде. Но, как бы мы все разумные люди думали, ну как они в Warzone типа запихнут на какой-нибудь Android или iOS, если оно на ПК тормозит. Но внезапно, без всяких фанфар и какого-то излишнего внимания, на Android и iOS 21 марта выходит Call of Duty Warzone понятное дело, что абсолютно бесплатно, чисто с внутриигровыми транзакциями, но это полноценный Warzone с полноценной кросс-платформой, то есть люди будут играть как в Fortnite, кто играет на мобилках, кто играет на ПК, кто играет на консолях, все будут сражаться в одном месте. Никаких ограничений, также 120 игроков на карте. И доступна полная кросс-прогрессия с версиями Warzone на ПК и консолях, то есть вы сможете прокачивать оружие и боевой пропуск, и наверное больше всего меня повергает в шок в этом всем что версия для ПК например весит там сколько 140 гигабайт или уже 180 напишите в комментариях просто давно не проверял сколько а версия на телефоны весит 9 гигабайт и то это максимум со всякими крутыми текстурами а так можно скачать версию и на 6,5 гигабайт ну то есть 6,5 гигабайт и 120 гигабайт ну по-моему, разница немножечко большая. Но, правда, ради бесполезно сейчас в Google Play просто бежать и скачивать этот Warzone, потому что у вас потребуют учетку другой страны. То есть сначала с этим надо разобраться. Следующий момент нужен прям супер мощный телефон. Ну, прям супер мощный телефон. Если у вас не самая последняя моделька, у вас будет тормозить. И вот на самом деле, насколько я понял, вот этот Warzone скорее всего сделан для эмуляторов. То есть прям сильный нацеленный именно на Android телефоны нет на iOS да типа нормально там все на последнем 15 iPhone Pro можно поиграть на Android ну мало у кого есть такие крутые телефоны а вот под эмулятором игра заводится вполне себе нормально плюс там учеточку себе проще накатить плюс VPN-ку прокинуть тоже проще короче там все работает как положено и если у вас комп не тянет полноценный барзон или у вас не хватает места на жестком диске просто в 6 гб себе накинули в эмулятор и без проблем бегаете играете. Но это все скорее всего относится только к начальным этапам, вот сейчас, когда они только выпустили, тестируют, собирают обратную связь и так далее и тому подобное. Но со временем все равно им придется хоть как-то дорабатывать игру для менее мощных телефонах, чтобы лутать как можно больше бабла на микротранзакциях и только ради этого игру, собственно говоря, и выпускают на мобилке. Если вы уже попробовали отпишитесь в комментариях, как оно, потому что что-то я не сильно представляю. Как можно в Call of Duty играть в кросс-платформе? Но, возможно, я что-то не допомнил, и там только кросс-прогрессия: что типа вы на телефоне все-таки сражаетесь только с теми, кто на телефоне, и просто у вас боевой пропуск прокачивается. Тут на 100% утверждать не могу. Напишите тоже в комментариях, пожалуйста. Такими темпами мы в Warzone может быть и на Nintendo Switch дождемся. Хотя, он вот в том состоянии, как игра сейчас, выглядит точно не потянет ее. Но может быть к Nintendo Switch 2 уже точно появится Warzone на... в портативе, так что. Ждем, ждем, ждем. Кстати, почему я не додумался? Короче, накидываем эмулятор андроида на Steam Deck. Туда закидываем этот Warzone и со Steam дека играем Warzone. Просто мув гения. Вот не знаю, потянет Steam Deck такую эмуляцию или нет, но, по-моему, план гениальный. Как вы понимаете, Microsoft на этом не останавливаются. Им же надо как-то отбивать сделку с Activision Blizzard, и они раскидывают свои игры везде и всюду. И, как заявляется, Grounded на Nintendo Switch получит весь контент в день релиза. Если что, анонсировано финальное крупное обновление, которое добавит в игру новых противников, оружие, секреты, а также более плавный многопользовательский опыт. Вместе с этим дополнением выйдет в том числе и игра на физических носителях, и на PlayStation, и на... Xbox и на Nintendo Switch И собственно это вот последнее Дополнение появится в том числе И на Nintendo Switch Релиз состоится у нас уже 16 апреля По цене 40 долларов По предзаказу игра доступна со скидкой 20% по цене 32 доллара Если что ссылочка на мой Магазин по продаже кодов оплаты в описании Переходите затаривайтесь там все просто Быстро удобно понятно но блин это Так-то путь для супер рискованных Челиков потому что неизвестно как игра Будет идти по факту на Nintendo Switch Switch. Потому что у Microsoft со свечом случаются какие-то дикие метаморфозы. Потому что вот сейчас вдумайтесь, если вы накатите Linux на свой Nintendo Switch, на этот Nintendo Switch на Linux поставите эмулятор Nintendo Switch, ну, юзу какой-нибудь, да, и через этот юзу запустите Minecraft, через эмулятор Nintendo Switch на железе самого Nintendo Switch, этот Minecraft через этот эмулятор будет работать лучше, чем нативно на этом же Nintendo Switch. Эти новые меня конечно насмешили жутко как такого вообще возможно непонятно так что я вам говорю лучше типа не ведитесь на эту 20 процентную скидку картридж лучше потом купите чем сейчас со скидкой 20 процентов покупать ну и наконец-то главная новость этой недели: мы узнали, сколько будет стоить самый главный конкурент Steam Deck: a. Orange P Neo Ryzen 7 в 7 840U будут продавать за 499 долларов. И кто-то сейчас скажет, что вот таких вот штук на рынке и так дофигища. А я вам скажу, что вот это прям практически полный аналог Steam Deck'а, только дешевле. Да, экономия, конечно, невеликая, типа Steam Deck в такой же точной комплектации стоит 530 долларов а тут 500 долларов но тем не менее конечно это все надо будет тестить в реальной жизни тут безусловно сто процентов но на бумаге это все выглядит как разрыва да они конечно немножечко заигрывают с тем что у них будет несколько комплектаций типа на 7 840 ю за 500 баксов на 8 840 ю за 600 баксов будет версия на 16 гигабайт будет версия на 32 гигабайта оперативки но из того что я увидел будет достаточно минимальной версии потому что в ней стоит 512 гигабайт встроенной памяти и 16 гигабайт оперативки. И вы тут меня резонно спросите, и что, офигел, ты нам все эти годы пропагандировал, что в портативке должно быть 32 гигабайта оперативки, а тут говоришь, что тут будет достаточно 16. А все дело в том, что тут будет стоять Linux-платформа, Linux-операционка, ну короче вы поняли Называется она Manjaro Linux И по сути является практически полным аналогом SteamOS И когда я вам в прошлый раз рассказывал про эту портативку Я вам говорил что делают ее какие-то ноунеймы А оказалось что это никакие не ноунеймы Это полноценный конкурент Raspberry Pi То есть занимаются они примерно тем же Разрабатывают вот такие мини ПК или типа того Короче за эти 500 баксов вы получаете еще и 7 дюймовый IPS экран С Full HD и частотой обновления 120 Гц это тоже немножечко странно от таких прошаренных челиков, но как бы за бесплатно пусть будет. Конечно же они подумали, добавили трекпады, вроде как обещают нормальный экран. Там будет батарея на 50 ватт час, то есть даже больше, чем у Lenovo Legion Go. Там будет вроде даже самая быстрая оперативка, как опять же в Legion Go. И вроде как, так как это все у нас из Китая в Россию, оно должно доехать плюс-минус по адекватным ценам в районе 50 тысяч рублей. То есть это полноценная замена Steam Deck также на Linux с нормальной начинкой, более новыми чипами, потому что, ну, как бы то, что стоит в Steam Deck, оно уже старенькое, уже технологии ушли немножечко вперед. Но неизвестно, конечно же, как это все адаптирует друг под друга, оптимизация и бла-бла-бла. Понятное дело, что все наработки из SteamOS туда тоже перекочуют, все это с копируют все это там как-то приколхозить попробуют, но вот что получится прям по факту, вот что вы будете держать в руках пока что неизвестно. Но опять же на бумаге выглядит как супер пупер мега разрывака. Походу это прям конкурент конкурент Steam Deck. не только по начинке, по возможностям, по операционке, но и главное по цене. Потому что ну остальные представители из-за того, что они винду к себе пихают, они даже близко не могут сравниться по ценнику. Короче ждем. За 500 баксов я может быть даже за свои бабки постараюсь добыть и полноценно уже тестировать. Ну и давайте пробежимся по скидочкам на этой неделе. Смотрим мы их, конечно же, на тренде Ссылочка, если что, в описании. И там же в описании ссылочки на мои магазины по продаже кодов оплаты. И вот на этой неделе я вам скажу, что есть, что посмотреть. Во-первых, у нас с вами в США распродажа небольшая. Присутствует вот, например, Skyrim. Можно взять со скидки 50% за 35 долларов. Но это полное издание. Если вам нужно не полное издание, то вот 30 долларов игра стоит. Star Wars у нас распродаются скидки. 70% за 18 долларов. Тут в начале еще черепашки ниндзя, но ну это must have, типа за 16,74 можно взять. Но все это такая мелочь по сравнению с тем, что мы с вами увидим в Польше. Вот вам еще немножечко пролистаю, но ссылочка, если что, на, на, на магазин в описании. Давайте в Польшу переходить. Тут, конечно, вообще разрывака. а вы просто посмотрите. Nintendo устроили распродажу на свои игры. Mario Odyssey, на который крайне редко бывает скидочка, сейчас скидка 33% за 167 злотых отдает. Те же самые цены на Link's Awakening. Это прям супер классная игра. Если картридж не хотите брать, вот пожалуйста. It Takes two, вообще, типа там у нее какие-то сумасшедшие продажи. Видел что-то последние отчеты, там реально космос они напродавали. Скидка 50% за 90 злотых можно брать. Disco Elysium, понятно, тоже можно рассматривать к покупке. Animal Crossing, да, 33% скидка. Тут также черепашки тоже тоже отдаются скидкой. Всякие Final Fantasy уже тысячу раз рассказывал. Тут дальше пошли у нас Xenoblade 33% скидка. это 33% скидка. Ninja Gaiden коллекция полная, но ну, со скидкой 33%. Бэтмена со скидкой 42% отдают, но его уже... Практически, видимо, никто не покупает, что он наш уже на третьей странице оказался. О, Говорили сегодня про Original Sin 2, скидка аж 50% за 100 злотых отдают. Короче, как вы поняли, в этот раз скидки огромные, и притом в Польше они намного крупнее, чем в США. Если что, опять напоминаю, все ссылочки в описании. Про лайки, подписки не забывайте. А сейчас на экране самые классные люди, которые поддерживают меня на бусте больше, чем на 750 рублей в месяц. Огромное вам спасибо за столь щедрую поддержку. Это крайне сильно мотивирует меня снимать видосы. Ну а на этом у меня все. Всем огромное спасибо. Всем удачи и пока!